братцы, всем салам. Вы на канале Юра Волков. Нет, не так же я говорю. Это новое видео. Нет. С вами Юра Волков, и вы на моем канале. То, что это новое видео, вы, блядь, уже, естественно, поняли. По названию, думаю, вы тоже поняли, что мы будем сегодня делать. Как говорится, тюнинг машины начинается с тормозов. Но в нашем случае тюнинг машины мы начинали, блядь, с посадки и со всякой хуйни. Мотор-то мы не трогали, поэтому тормоза нам были ни к чему, но... С моим стилем езды мне постоянно не хватает тормозов, они постоянно перегреваются, во-первых, ну прям очень быстро они, во-первых, перегреваются, во-вторых, ну их мало, это 13-е заводские, блядь, тормоза, не вентилируемые, поэтому все хуево. Так, сейчас я выйду с гаража, чтобы соседи от выхлопа не охуевали. Сейчас мы закроем гараж. Мне надо проследить, что он закрылся, потому что я уже, блядь, сколько раз я его уже забывал закрывать. Надеюсь, я ничего не забыл. Такая хуйня, да? В общем, тормозов мне не хватало никогда, бля. Во-первых. Во-вторых, у меня задняя часть перетормаживает. Не всегда, но в крайней ситуации бывает. Ну вот именно, вот когда мне не надо, чтобы она перетормаживала, сука, она перетормаживает. И я решил в этом видео поставить на морду 14-е тормоза. Для этого я заказал 14-е тормозные диски, вентилируемые, плюс с насечками, с этими дырочками. И буду ставить и экспериментировать, станут ли лучше тормоза. По слухам, все говорят, что когда ставишь 14-е тормоза на морду, тормоза становятся лучше. Я бы хотел, чтобы они стали лучше, во-первых. Во-вторых, я бы хотел, чтобы моя жопа перестала перетормаживать. Я не знаю, поможет ли это. Низко говорит, посадка, блин. Я не знаю, поможет ли это от перетормаживания. Я думаю, нет. Но если не поможет, просто так проэкспериментирую. Если не поможет, я поменяю колдун, новый колдун поставлю и нормально его настрою. Потому что мой уже давно закис. Но все равно она то перетормаживает, то не перетормаживает. Хуй ее пойми. Все понятно, да, насчет сегодняшнего ролика? Что мы будем делать? Буду подробно вам показывать. Блять, в зеркало, сука, смотрю. Зеркала нет, нихуя, сижу в зеркало, смотрю назад. Блядь. Подробно вам покажу, как это легко сделать самому, без всякой хуйни. Тормозные диски, всю эту хуйню я уже менял, но я менял 13 на 13. А сегодня буду менять на 14. Там не все так просто, чтобы просто диск поменять. Там нужно менять скоб. Ну, в общем, я сейчас покажу все, что вам для этого нужно, как я приеду. И те, кто подписан на Инстаграм, естественно, знают, что я въебал Симак. И въебал его не просто, как я хотел, в забор, в дерево или в кювет, блядь. Я въебал его в новый BMW G30. Я его все ебал. Вот прям вот на этом повороте. Вот прям вот здесь я вот такой. Блядь, мне ж надо сюда заехать камеры посмотреть. Блядь, что разворачивается? Вот в этот поворот я вот так заходил боком с кайфом, блядь. И оказался на встречной полосе, ну... Вот там, нахуй. Короче, поняли, блядь. Насчет, кто прав, кто виноват. Ой, что тут ебались. Идет разборка пока что. Только как все закончится, только потом я выложу это видео. Ну, может быть, возможно, раньше, но возможно и нет. Не буду вам спойлерить. Там интересная история получилась, очень интересная. Такая, как в анекдотах, блядь. Ебать, вы охуеете, блядь. Главное, чтобы я теперь не охуел от выплат за G30, блядь. Сейчас поеду посмотрю камеру, кстати. Там есть камера на магазине, и она, возможно, могла видеть весь момент. Вот, и мне нужно взять с этой камеры запись. Всю эту хуйню я, естественно, заснял, нихуя себе, камера была на голове, все как вы любите. Так что, братцы, давайте, ждите следующий видос, там будет интересно. Но этот, сука, тоже, блядь, смотрите. Ставьте лайки, как обычно, не забывайте подписываться, все, давайте, сейчас приеду на станцию и буду вам показывать, как, что, где, когда менять. Блять, пиздец, ебаный в рот. Пошел, блядь, туда камеры, блядь, смотреть. Машину, сука, на нейтралке оставил, она въебалась в бордюр. Ебаный в рот, блядь, это пиздец просто. Что за хуйня? Пиздец. Я еще иду, думаю, блядь, я ж так близко к бордюру, сука, не подъезжал нихуя, блядь. Пиздец, как я мог на нейтралке ее ставить, сука. Бампер, наверное, поцарапал. Ебаный в рот. Не, нихуя. Вон губа прошлась. Бампер целка. А вот он шиной остановился, блядь. Бордюр повезло. Наверное, не быстро ехала. Наверное, слегка так покатилась. Пиздец, никогда в жизни так не оставлял, блядь. Вот именно сейчас, сука, забыл. Ну, я отвлекся. В общем, нихуя нет там камер. Так что, братцы, вы увидите все только от первого лица. Я хотел сделать, короче,
Ну, чтобы красиво было, чтобы вы снаружи все видели. Мне самому интересно, как это все произошло. Посмотреть со стороны, потому что там очень спорная ситуация. Все увидите в видосе, конечно. Здесь, ну, нормальные люди сказали, просто камера, она не видит перекресток, она чисто на двор. Вот. Вот там через дорогу камера прям четко, сука, туда смотрит. Пришел, я говорю, блядь, ну покажите просто, пожалуйста, мне видео. Я даже могу не снимать. Мне самому лишь бы увидеть, говорю, блядь, ну просто на спорной ситуации. Нет, ебать, только с мусорами, блядь. Сука, так бесит. Почему у людей нет человеческого? Я вот просто не понимаю. Если бы, я понял, если бы я попросил бы ее, я бы сказал, бля, удалите запись, пожалуйста, ебать, там, чтобы этой записи не было. Я бы ее еще понял, если бы она так отреагировала. Я просто сказал, покажите, пожалуйста, что, еб твою мать, сложно, вы там сидите, нихуя там людей никого нету, блядь. Хуй, никто нахуй не покупает мебель в этом магазине, я его все ебал. Вон камера, блядь, на углу, прямо вот сюда смотрит, где я въебался. Нихуя, блядь. Сука, рот ебал, блядь. Блядь, вызывайте мусоров. Только вот мусор придет, и я ему покажу. Сука, блядь. Ебище. Суть, давайте не будем о плохом, давайте захуярим. Я не буду проводить тест своих тормозов, типа, как они тормозят сейчас и как они будут тормозить потом, потому что в этом ролике я это сделать не успею, потому что, чтобы те тормоза новые, которые я поставлю, чтобы они начали нормально тормозить, их надо притереть. И так как я, блядь, часто езжу на четырке, их на ней надо будет покататься долго. Так что это будет в каких-нибудь из следующих роликов. Я их притру. И так как я гоняю, я знаю, как моя машина останавливается, блядь. Я вам скажу, изменилось что-нибудь или не изменилось. А сейчас мы просто посмотрим, как это все менять. Буду делать не на подъемнике, на подъемник мне впадло заезжать, блядь. Я ж купил себе домкрат, нихуя себе, за 3000 новых. У меня тот домкрат мой старый, который я покупал в Москве, блядь, это такой же гидравлический. Раз 10, наверное, я машину поднял, и он потек гандон. Это, блядь, машина сломала уже 7 домкратов, уже вот на сегодняшний день уже 7. Этот, наверное, будет 8, но не знаю, надеюсь, он подольше продержится. Все, нашел я. Такой низкий, вот так вот на одну доску всего лишь заезжаешь. Тот домкрат мне надо было ебать на 6 кирпичей нахуй заехать, чтобы его подсунуть. С этим домкратом все попроще, сейчас задомкрачу нахуй. На подъемник не впадну заезжать, блядь. Чтобы на него заехать, нужно побольше, побольше дрочиться, чем с домкратом. Буду менять по одной стороне. Поменяю одну сторону, затем поменяю вторую сторону. У нас, ну, естественно, заводской 13 диск, колодки. Они, конечно, целки, я все это менял недавно. Но теперь мне стало мало 13-х тормозных дисков. И я решил перейти на 14-й. Сейчас посмотрим, что мы имеем в нашей посылке, которая, естественно, нам пришла из Тольятти, не хватит. Что нам понадобится для того, чтобы перейти на диски, на тормозные диски R14. Во-первых, естественно, это тормозные диски R14, не понял себе. Вот, заказал я вот такие вот тормозные диски, типа спорт, нихуя себе, вентилируемые, с перфорацией, с насечками, как видите, нихуя себе больше, чем заводские. Вот, это первое. Второе, это, естественно, колодки. Колодки остаются те же самыми. Там, ну, разницы нет, R14, 13 колодок нету. Третье, это скобы суппорт. Это, скорее всего, вот эта вот хуйня. Скоба суппорта, ее нужно нам менять. Потом, скобы суппорта направляющих колодок. Это вот эта вот хуйня. Короче, поймете, будете в магазине говорить, что вам дадут, то и, блядь, то и берите, блядь. Пятое, это щитки, естественно, вот у нас есть защита тормозного диска. Естественно, нам старая R13 не подойдет, нам нужна R14. Это вот эта вот хуйня. Ну и по желанию, вот как видите, направляющие болты, пыльники здесь уже, блядь, в рот взявшие. Поэтому я взял новые, вот. И все. Ну и смазку еще возьмите, чтобы их смазать. Все, в общем, вот это вот эти вот мелочи нам нужны для того, чтобы наши тормоза улучшить в несколько раз. А прислали мне все эти ништяки ребята из интернет-магазина автозапчастей и Lada Elite. В этом магазине вы можете найти тюнинг запчасти на весь наш российский автопром. И также обычные запчасти, как видите, как заказал я. Любые запчасти на тормозную систему, там, на по ходовой, по подвеске, в салон. Также любые тюнингованные там бампера,
В общем, все, что есть на машине, все, что тюнингуется, все, что делается, все, что существует или не существует, вы можете найти у них в магазине. Ссылку на их магазин я оставлю в описании. Залетайте, подписывайтесь на их группу ВКонтакте и заказывайте для себя любые ништяки. Цены очень приятные, без какого-либо необоснованного завышения. Так что, братцы, реально советую этот магазин. Переходите по ссылке, заказывайте все, что вам по кайф. И также еще большой плюс, что вам в подарок положат пахучку. Нихуя себе, очень вкусно пахнет. Так что все, давайте, братцы. Ссылка в описании, залетайте. Берем ключ на 7 и откручиваем. И, блядь, наши направляющие. Скажете, блядь, их должно же быть две, но одну я благополучно наебну. Теперь у меня одна. Надо было взять новый, я забыл. Потом вкручу новый, блядь. Как всегда. Когда-нибудь потом вкручу. Сука, тяжело откручивается, блядь. Затем нужно нам открутить вот эти вот 4 болта, блядь. Убираем вот эту вот защитную хуйню. Здесь у нас не просто ключ, а какая-то, блядь, особенная, сука, головка с какой-то ебаной звездочкой. Где ее нахуй найти? Все, в общем, блядь, вот эту хуйню мы сняли, блядь, эти ебаные звездочки еле открутил, блядь, заебался. Так, вот эту хуйню вот сюда отгинаем. Теперь откручиваем вот эти вот два болта, чтобы открутить вот эту вот скобу или что это за хуйня, как она называется. Теперь, в общем, ставим вот эту хуйню. Ее, короче, надо ставить так, типа наоборот, блядь. Мать, не так, короче, а вот так. Все, в общем, блядь, эту хуйню обратно прикручиваем тоже. Ну и все, в общем, блядь, вот такие вот у нас руки. С одной стороны мы закончили. Смотрите, как теперь красиво, нихуя себе, блядь. Супер авто, блядь, ебаный ствол. В общем, блядь, все болты затянул. Надеюсь, я ничего не забыл. Очень на это надеюсь, блядь. Надеюсь, все будет работать. Сейчас накидываем колесо и смотрим, как это будет смотреться с колесом, нихуя себе. Бля, ебать, как теперь это все сочно смотрится, смотрите, не ебать. Теперь какой-то, блядь, статус маленький кажется, блядь. Теперь надо 15 колеса ставить уверенно. Смотрите, как вот здесь, ебать, красиво, нахуй, супер спорт, блядь. И вот здесь. Чи-чи-чи, это за жигуль, ебаный ствол, блядь. Так что, братцы, меняйте свои тормоза и тормозите охуительно. Все, в общем, сейчас я заканчиваю вторую сторону, блядь, уже ничего показывать не буду, потому что там одно и то же. И посмотрим общий вид, там чуть прокатимся, посмотрим. Ну, в общем, все, братцы. Поменял я тормозные диски, теперь у меня нихуя себе чуть-чуть супер авто машина. Сейчас результат сказать никак невозможно, потому что колодки новые, тормозные диски новые, все притирается друг к другу. И они сейчас будут тормозить, наоборот, плохо, еще хуже, чем было, блядь. Вот. Поэтому я сейчас покатаюсь, притрусь. В общем, результат вы узнаете в каких-нибудь следующих сериях, но он по-любому будет. Одни плюсы, братцы, одни плюсы. Смотрите, ремонт, ой, ремонт, блядь, дел там, хуй его знает, на пару часов по-хорошему. Ничего особо, просто открутил, поставил, ничего там подтачивать не надо, ничего там... Ну, ничего, короче, серьезного и страшного делать не надо, как бы. Ну, это вам говорю тем, кто боится, например, это делать сам. Блять, вообще похуй, все легко, блять. Открутил, поставил, все, просто заменил и все, блядь. Даже представьте, я сам это все сделал, не охуеете, блять, насколько я рукожоп. И у меня постоянно ничего не получается, блять. Я сам с кайфом все это сделал, все поменял. Внешний вид тоже изменился, так как у меня, ну, не штампы, а литье. Посмотрите, как красиво они все равно смотрятся, бля, ёбнися, бля. Осталось-то все помыть, потому что оно сейчас облапанное мной в мазуте. Когда все помоешь, блядь, будет еще красивее, нихуя себе. Все притирается там аккуратненько. Зато теперь
13-е колеса не встанут. И гонять теперь мне пока что нельзя, потому что, грубо говоря, у меня тормозов нету, блядь. Ну, потому что они очень плохо тормозят, особенно когда нагреются, педаль в пол со всей дури давишь, а они нихуя не останавливаются. Такой вот видос, брат. Хоть какой-то полезный видос я нормальный снял, более-менее подробный. Давайте я с вами сразу сейчас попрощаюсь, братцы. В общем, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вся хуйня. В общем, братцы, чтобы этот видос не был такой короткий, я сейчас вставлю момент, который снимал я еще летом, еще, по-моему, в начале лета или в середине лета, когда я хотел снять обзор на Mercedes, вот, и я его поехал снимать, но мы, короче, в итоге его нихуя не сняли, мы просто поменяли колеса. В общем, посидите, посмотрите, как мы поехали менять колеса, покупать колеса на Mercedes C-шку, нихуя себе, блядь. Ну, блядь, пропускайте меня нахуй, ебаный ствол, блядь. Опа, пошел хас, блядь. Короче, мы едем за новыми колесами, блядь. А старые надо разъебать. Бля, ебать, кирпичи валяются. О, опять этот Мерседес истории. Такие надо кинуть. Или вот. Да, ты не дёрнул. А где? О, смотри. Ой, ебать. А. Как у банана, типа, да? От BMW или от Toyota? BMW надо ставить. О, камрики. Блядь, надо на четверку поставить. Я выбрал. Чё? Фонда, ёпт. Ебать, не смешно теперь смотрится. А чё, тут никого нет? О, ебать, смотри. Ебучий случай. Ещё бери, пойдём. Ебать, они огромные, блядь. Сейчас я пойду. Когда заходишь, блядь. Смотри, смотри, смотри. О, блядь, да. Вот это вообще бомба. Блядь, ну это что-то залупа какая-то. Да ее жидкой резиной нахуй покрасить. Да, да, блядь, покрасим. Когда, блядь, заходишь в такой магазин? Да, я, блядь, привык смотреть, там торусы всякие, штампы, они вот такие колесики, блядь. Здесь себя огромные. Не, хули я тут один уже, блядь. Ты что, блядь, телепортируешься? Может, вот этот, деньги кладешь, диски забираешь и ходишь. Есть же, как в Америке, молоко, блядь, продают, бутылку. О, все, нашел. Смотри, если вот такие поменьше найти, АМГ, блядь. Чисто ради этого, блядь. Пластиковые. Бля, в натуре. Ага, пластик. Ебать, это что, блядь, из этого? А, это пыль. Я думал, твоя же, как этот, как эта ткань называется? Алькантара. Бля, примерить бы на четверку какие-нибудь там от Порша, блядь, просто поставить. Так, блядь, приложить. Никого нет. Реально, бля, такой магазин, сука, никого нет, блядь. Коронавирус, ё. Коронавирус. Бля, ну закрыли. А, нет. Нас, говорит, закрыли. О, бля, вот. Вот это мой уровень, бля. Чисто, бля, 4 болта. Маленькая. А, это, бля, не диск, это, бля. Это, блядь, статуя какая-то. Бля, а что вы хотели, диски купить? Ну, ща. Так, ща, бля, заебали уже. Я в этом, блядь, сидел в салоне Мерса, блядь. 3 часа, блядь, ждал, чтобы мне подошли, сказали, что мне надо перезагрузить систему. Ох, бля. Да. Бля, давай GDM сделаем. Вот такие возьмем и развал тебе сделаем и будем ебать GDM нахуй. Ты дебил, блядь. Ой, если поставлю от Шкоды, меня менты тормозить не будут. Я подойду, когда выйдет. Да, я знаю, что другая будет. Стою, говорю, ебать, вот, говорю, на четверку чисто диск, блядь. Это, оказывается, статуя, блядь. Видишь? Я думал, это... А, нет, это не статуя, блядь, это диск. Он просто на подставке, блядь. Я думал, ты же, типа, декор, блядь, там, чисто... Короче, поняли, блядь. Тебе только больше, блядь, денег. Я же хочу 19-18 радио, блядь. Здравствуйте. Черный наверху. Подскажите мне на церковь взять диски какие-то. Новая.
Бля, может не переспиздить? Это у меня на гранте выебнуть. Ну, вот этот красивый. Это нервы широкие. Понял. Зарплата приехала. Боссы, давай возьмем. Давай. Китайский. Кстати, восыны подойдут на этот. На Мерс черный. И на Пассат. Ну, на BMW постоянно. Возьми. Наклейками не ходите. Это же наклейки, да? Что они дали выпадают так. Год, два, потом выпадают. Да, вот это. Это выбито, это на 222. Ну, это красиво, да. Вот такие же на твои машины. Просто, ну, по сути, цель. Блядь, вот эти мне нравятся. Ебать. Ебать, я Путин, нахуй. Бля, вот как было, короче. Такой простой мерсик чисто, блядь, на дачу поехать с семьей. Заебал шуметь. И вот так стало, блядь.